Итак, всем привет. Хочу вам показать, как в игре Total War играть за все фракции. Многие спрашивают. Тут, в общем, ничего сложного нет. Вот я примерно быстро расписал. Мне не хочется писать с игры. Компьютер, видите, у меня все старенький. И просто опять будут эти паузы, фигаузы и все прочее. Итак, я быстро вам объясню. Значит, по умолчанию игра устанавливается, ну, наверное, вот так вот. Единственное, что у вас может там вы в другую папку, директорию устанавливаете, еще что-то. Видите, у меня Рома Total War, там Gold у кого-то, и у кого-то еще как-то. Но вот с этого момента, вот дата, дальше World DDT, у всех путь обязательно один и тот же. Итак, мы идем, находим в корневой, в установке, в корневой папке вот этот путь, начинаем от дата и далее. И конечный у нас вот этот пункт папки. Английский я не знаю, да мне, в общем, похуй. Факт то, что нам нужно открыть вот этот файл. Открываем мы его любым редактором, ну, блокнотом, фиготом. Выглядит он вот таким образом. Кто соображает в скриптах, в написании там всякой ботвы, то, наверное, ему будет здесь много чего можно изменить, но мы не будем никуда лезть, кроме вот того, чтобы играть за фракции. Итак, мы видим вот раз, вот видим мы два и три. Это фракции, за кого играть. Тут по-английски все написано. Вот этот верхний столбец, да, end, вот до этого слова, мы оставляем без изменений. Далее, вот эту ботву мы отсюда вырезаем и вставляем, а вот сюда. Ой, Египет у нас улетел куда-то. Так, далее. Вот это дело тоже убираем и вырезаем. Также вставляем сюда. При закрытии, когда вот вы захотите закрыть, у вас спросят система, сохранить документ. Нажимаете «Да, сохранить». Я не буду сохранять, потому что у меня уже сохранен. И у вас получится вот такой сохраненный файл, вот такого образа. В общем, и все. Запускаете игру и играете. Там единственное, вот в этих фракциях не будет видно, там, когда они освоены, кем, там будет написано, нет описания. Но играть за них будет можно. Итак, запускайте и играйте. Удачи всем, пока, до новых встреч.